Размеренное утро понедельника на Припяти нарушили лодки спасателей освода. На этот раз их миссия имела трагический оттенок. Водолазы искали тело молодого мазырянина. Накануне вечером 21-летний парень пытался перейти реку и не вернулся к ожидавшему его другу. К сожалению, этот случай за жаркий уикенд оказался не единственным. В начале купального сезона на Полесье побиты все мыслимые рекорды. За 3 дня 6 утонувших. Только за минувшую неделю в нашем регионе и у наших соседей утонуло 6 человек. Значит, массовое такое утопление это произошло в Лилическом районе, где утонуло 3 подростка. Значит, на территории Калинковичского района 2 человека, один из них мазырянин 77-го года рождения. И, к сожалению, в минувшее воскресенье на запрещенном пляже в районе пивзавода утонул 21-летний парень. Точные обстоятельства и причины гибели каждого из мужчин эксперты назовут позже. Но спасатели не устают напоминать. По статистике, к трагическим последствиям чаще всего приводит состояние алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах. Как правило, гибнет трудоспособное население нашего района и в целом республики. И основная еще такая, скажем, категория, которая подвержена опасности, это несовершеннолетние дети. Просьба не оставлять детей без присмотра, значит, смотреть, тотальный контроль за детьми, контролировать. И если вы на водоеме находитесь с детьми, не отходить от них ни на шаг. Вода – идеальное средство спасения от жары. Но, как показывает реальность, вместе со столбиком термометра зашкаливает и число роковых случаев на реках и озерах. Выбирая экологический вид отдыха, помните, в схватке с природой мы проигрываем изначально. Поэтому берегите жизнь, свою и своих близких. Екатерина Юрченко, Светлана Крутько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».